что где-то люди есть на этом свете, что не откажут в дружеском совете и нас всегда готовы поддержать. Как иногда необходимо знать, как порой нам очень нужно верить, что людям этим можно все доверить, а можно просто вместе помолчать. И поймут, они нас не осудят. Поставя чайную кухню, не спеша. И вдруг теплом наполнится душа. Как хорошо, что есть такие люди. Как иногда необходимо знать бессонными тревожными ночами. Есть где-то люди, ставшие друзьями, которых невозможно потерять. У тех людей всегда свои пути. Но каждому дается как награда. Возможность быть всегда друг с другом рядом. И вместе что-то светлое нести.